4 года прошло, мы стали специалистами, теперь мы уже наши коллеги. Мы с вами, группа была экспериментальная, и мы этот эксперимент, что значит, выдержали. Добрый путь, девчонки, теперь дерзайте, будьте специалистами. Спасибо! Спасибо. А теперь ответное слово от студентов факультета дизайна. Храните в душе прекрасные черты, как прежде всем дарите огонь душевной теплоты. Дорогие педагоги, вы сможете с молодыми так лояльны, терпеливы и демократичны. Вы с нами нянчили, буковали, воспитали в каждом лишнем. Вы вразумляли без конца нас всех вместе, иногда отдельно. От всей души благодарю вас и уважаем беспредельно. Студентов моей 41-й группы хочу поблагодарить тех, кто все эти годы был рядом с нами, нашим дорогим педагогам. Большое спасибо за ваше терпение, за ваше радушие, за вашу сердечность и отзывчивость. Спасибо за то, что вложили в нас частичку себя. И, естественно, отдельное спасибо нашему заведению Елене Викторовне. Классному руководителю, Пайковой Наталье Николаевне. Спасибо. Я думаю,